Во Франции на 92-м году жизни скончался кинорежиссер Жан-Люк Годар. Его называют одним из основателей французской «Новой волны», которая оказала огромное влияние на развитие мирового кинематографа. Фильм Годара «На последнем дыхании» 60-го года с Жан-Полем Бельмондо называют манифестом «Новой волны». Эту ленту стабильно включают в списки лучших фильмов всех времен и народов. При том, что бюджет был минимален, а сценарии и диалоги режиссеры и актеры придумывали по ходу съемок. Годара называют одним из самых радикальных французских режиссеров того периода, в том числе за выражение своих крайне левых политических взглядов. Всего за свою жизнь Годар снял более 130 фильмов. О завершении карьеры он заявил в марте прошлого года. В 2010-м было объявлено о присуждении Годару почетного «Оскара» за вклад в мировой кинематограф. Режиссер отказался ехать в США за наградой, сославшись на состояние здоровья.